Приветствую вас, Трикса. Смотрите, давайте разберем ваш текст. Накосячила сильно, пишите вы, хочу исправить. Ну, давайте сразу подумаем с вами вот о чем. Накосячили вы где, в чем и как? Это первое. То есть, ну, вот если вы говорите, что накосячили, то вы совершили какие-то действия. Вы совершили какие-то поступки. Если вы совершили какие-то поступки, то у этих поступков была определенная, ну, определенная мотивация. Да, то есть вам хотелось эти поступки совершить. Вы пишете, тем более, вы пишете, что были на эмоциях, вы пишете, что были ну, в растрепанных достаточно чувствах. И я полагаю, что это, ну, не просто так. Вот, то есть очевидно, что нечто вас расстроило, и нечто вас, ну, вывело, наверное, из себя, вывело из колеи, выбило, точнее, выбило из колеи, вот. Надо бы только вот определить, что именно вас выбило из колеи, что именно вас расстроило, и почему сейчас вы по факту, ну, это обесценивает, по факту сейчас вы обесцениваете то, по поводу чего вы переживаете. А, то есть, ну вот, у вас были определенные эмоции, да, у вас были определенные чувства, у вас были определенные потребности, вот. И, собственно говоря, все это сейчас вами игнорируется, на мой взгляд, потому что вы считаете, что накосячили. Вы считаете, что это косяки ваши были. Вот. То есть имеет место быть такой вот, такое противоречие. Встречались с парнем долго, пишите вы, но в последнее время постоянные ссоры были с моей и с его стороны на ровном месте. Вот смотрите. Опять же, в чем здесь основной момент? В том, что ссор на ровном месте не бывает. То есть, если что-то происходит в ваших, например, отношениях, то у этого есть свои причины. И поскольку ссоры были в том числе с вашей стороны, а вы можете работать, к примеру, только со своей ответственностью,
то задача заключается в том, чтобы эту ответственность увидеть, понять, прочувствовать и подкорректировать. Если вы ссорились, значит, что-то вас волновало. И скорее всего, волнует до сих пор. И задача, на мой взгляд, заключается как раз таки в том, чтобы понять, что именно вас тревожит, что именно вас беспокоит. Вот. Это, как мне кажется, один из основных моментов на который вам вот стоит обратить внимание, на который вам нужно обратить внимание. Дальше. В одной из ссор я сказала, что хочу расстаться и расстались. Чем было продиктовано ну, ваше такое желание расставаться. То есть, ну, совершенно очевидно, что что-то вам не нравилось, совершенно очевидно, что что-то вам там было не по себе. Совершенно очевидно, что какие-то вещи вас не устраивали в отношениях с мужчиной, раз вы решили с ним расстаться, раз вы предложили. Так давайте попробуем рассмотреть, о чем именно идет здесь речь. Что именно вас напрягает, и чем, и почему. Потом он пришел, могли помириться. С чего вы взяли, что вы могли помириться? Но оба на эмоциях были, в итоге еще больше поссорились. Опять же, что значит на эмоциях и почему поссорились? Знаете, вы говорите, мы поссорились, но кто такие мы? Если вы, есть лично вы, человек, который ответственен за те моменты, которые были между вами. Заметьте, пожалуйста, не виноват, то есть вас никто не обвиняет, а именно ответственен. Ответственность — это не вина. Я так сразу предупреждаю, чтобы не было недопонимания, да? Просто, и что у вас болело? Что вы хотели сказать? Дальше. Я ждала, что он придет. Ну, вот здесь очень интересный момент. Почему вы ждали, что он придет? Почему вы считали, что он придет? Почему вы считали, что он должен прийти? Почему вы не пришли сами? Да? Вот. То есть вы считаете, что мужчина должен сам делать первый шаг? Или как? Или что? То есть вот этот момент, он очень важный и определяющий для, ну, будущего ваших отношений принципа. То есть если мужчина
скажем так, ведет себя, ну, не совсем соответствует с тем мужским образом, который у вас имеется. Вот, то волей-неволей встает вопрос, да, а подходите ли вы друг другу, вот, и в полной ли мере вы подходите друг другу. Дальше. Позвонил, но по делу попросил переоформить симку, поскольку симка была на мое имя, я отказался, трубку потом не брал, а звонил, потом пропал. Почему вы отказались, почему не брали трубку? Видите, вот какой-то такой осознанности того, для чего и почему вы это делаете, чтобы что вы это делаете, нет. Так, значит, я ему тоже не звонила, дура была. Ну вот видите, обесценивание, да, то есть сперва мы что-то делаем, не очень понимаем для чего, почему, потом это обесценивание. Вот. Это, собственно, это одна из причин, по которой у вас не складываются отношения. Ждала, ну да, здесь снова пассивность, прошло 2 недели, не выдержала, ничего не выдержала. Вы скучали по нему? Если скучали, то что вы вкладываете в скуку? Что вы вкладываете? Что она из себя представляет? Что из себя представляет скука именно для вас? Так, значит, не выдержала, позвонила, предложила поговорить. Ну, понимаете, да, то есть здесь как бы вопросы продолжаются. Не выдержала, позвонила, как это укладывается в вашу модель женского поведения, насколько для вас это было естественно, чего вы ожидали и прочее. Сказала, хочу начать заново. Ну, это как минимум наивно, потому что заново начать ничего нельзя. У вас есть опыт уже определенный. Отношений. У вас есть определенный опыт отношений. И нельзя начать заново, нельзя забыть то, что между вами было. Это, наверное, невозможно. Это невозможно сделать. Вот. Вы можете, как бы пересмотреть опыт, который у вас, имеется, да, вот его как-то откорректировать. Вы можете это сделать, но вы не можете начать заново. Дальше. Так, он сказал, переоформи симку, я подумал, ну, похоже на какое-то условие. Переоформили, дальше ждала 2 дня, потом позвонил, спросил, что надумал. Ну, то есть здесь вот, видите, вы говорите о своих желаниях через молодого человека. Сказал некогда ему было думать об отношении к нему с дипломом проблемы, ну то есть человек выставляет границы или манипулирует. Как еще так подумать, опять же на 3 дня, да, вы, я так понимаю, что ты отказываешься сначала начинать. Но здесь у вас нежелание полагаться на себя, на свои чувства, потребность в другом человеке. Буквально через минуту позвонил, сказал, такого не говорил, сказал, что потом сразу как решить свои проблемы, он их еще не решил, сказать, есть ли шанс быть отношения, как нам себя вести, поскольку он и да не говорит, и нет не говорит. Ну, вы здесь не полагаетесь на себя, как вести себя, опять, чтобы что, и, в общем, совершенно очевидно, что вы в чем-то нуждаетесь. То есть, то, из-за чего вы ссорились, и то, что происходит сейчас, в принципе, одно и то. Важно с этим разобраться. Тогда и будет понятно, что делать.
как его вернуть, пишите, вы напоминаете, он не видит, чтобы его возвращать. Очень важно понять, зачем вы хотите его вернуть, чтобы что, разобраться с этим. Нет, я вижу, что человек для вас очень важен и очень на многие вещи влияет в вашей жизни, в том числе влияет на вас. Вот, и вот это делает вас зависимым, что для отношений не очень хорошо, что мешает вам быть естественным. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго и удачи.